Сегодня хочу вам показать три продукта, которые прекрасно работают на снижение веса. Если у вас есть лишние килограммы и вы очень хотите от них избавиться, то обратите внимание на эти три позиции из ассортимента компании Siberian Wellness. Итак, первый продукт — это турбочай из серии YoGo. Этот напиток, состоящий из имбиря, сены и курильского чая, очень классно очищает наш кишечник, прям до скрипа. Плюс он выводит лишнюю жидкость, а это сразу же снижает наш вес на 1,5-2 килограмма. Если у вас есть отеки конечности, отеки на лице, то этот чай выведет лишнюю жидкость и уберет ваши отеки. Стоимость турбочая всего лишь 210 рублей за 30 пакетиков. Пьем по одному в день. Если есть желание скинуть много-много веса, тогда пьем по 2 пакетика в день. Но будьте готовы к тому, что чай может очень сильно чистить. То есть лучше первые свои пробы делать дома. Второй продукт для похудения – это природный инулиновый концентрат. Казалось бы, он снижает сахар в крови, но этот продукт на самом деле очень многозадачный. Он не только идеально подходит диабетикам, чтобы снизить сахар, но еще и идеально подходит тем, кто хочет похудеть, потому что он оказывает благотворное воздействие на работу кишечника, улучшая его перистальтику, убирает запоры, а также не дает усваиваться лишнему жиру из продуктов питания. Плюс сжигает тот жир, который уже есть в нашем организме. Стоимость пика 320 рублей за такую баночку. Хватает ее примерно на 1,5-2 месяца. И третий продукт – это хромлипаза, органический хром. В составе помимо хрома еще содержится экстракт горькой дыни, элеутерокока и зеленого чая. Это мой любимый продукт в компании Siberian Wellness, потому что я на нем уже худела. И весьма удачно за 1,5 месяца я скинула 4,5 килограмма без диет, без голодовок, без ограничений в еде, без спорта, просто принимая одну хромлипазу. Как этот продукт работает? Восполняя нехватку хрома в нашем организме, хромлипаза отбивает желание есть. Просто не хочется кушать. То есть снижается аппетит, устраняется чувство голода и снижается желание есть всякие вредные невкусные вещи. Вернее, вкусные, но не полезные. То есть сахар, какие-то пироженки, шоколадки, конфеты. Все, что может оказывать воздействие на наш вес. Поэтому, друзья, хромлипаза работает очень классно, если ее принимать правильно. Как принимать? Принимаем по 2 капсулы один раз в день вместе с едой. Сразу 2 штучки за один раз. Стоимость хромлипазы 770 рублей за 60 капсул. Вот эта великолепная троица очень круто работает на похудение. Как пить? Итак, турбочай мы принимаем вечером перед сном, чтобы утром первым делом после пробуждения сразу же бежим в туалет, опорожняем наш кишечник и выводим из организма всю лишнюю жидкость, убираем отеки. Пик принимаем тоже утром, примерно за полчаса до еды, по половинке чайной ложечки. Его можно развести в воде и выпить в виде напитка. Можно съесть в сухом виде и запить водичкой. Но учтите, что нужно будет запивать большим количеством воды, потому что это клетчатка. Ну и хромлипаза тоже можно выпить утром, во время завтрака, либо сразу же после завтрака 2 капсулы. Берем на вооружение и худеем.